Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі. З вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні до мене в гості прийшла дуже цікава людина. Це голова Комсомолу України Михайло Кананович. Вітаю. Вітаю вас. Добрий день. Як справи, хотілося б запитати? У нас отлично. Все супер, поки не болеємо. Ми, надіюсь, переживемо. Не чекаєте, все, температуру нормально. Перевіряєте. Все добре, отлично. Да? Ну, слава Богу. Чихаємо на буржуазію. Ага. Ну, давайте одразу тоді ми цієї буржуазії... Самого главного. Да, будемо займатися. Ми на даний момент, останні 6 років, ми країна-декомунізатори. А зараз так сталося, що ми отримуємо допомогу від Китаю, комуністичного Китаю. Ваше враження від того, наскільки це гідно, наскільки це нормально і що буде далі? Ну, я вам скажу так. У нас власть, ну, я даже не хочу эту власть называть властью, это режим. У нас режим беспринципный, наглый и вот такой циничный. Кумуняку на гиляку, нам ничего не тра, нам Запад поможет. Я говорю, дорогие мои, почему нам не помогает Запад? Где страны Европы, куда мы идем? На Майдане что? Страны Европы, вы сказали, да? Конечно. Да, просто мне что-то конечно. Нам, Запад нам поможет. Помните, как Остап Бендер? Вот это 100%. На Майдане что? Кумуняку на гиляку нам ничего не тра, нам нужно именно идти в Европу. Где Европа? Почему мы обращаемся, вот режим Зеленского, почему обращается к коммунистическому Китаю? Более того, смотрите, кто Европе помогает. Китай, Куба, Россия. Нам кто помогает? Китай, кубинцы. Там врачи сейчас, они сейчас эти хотят вакцину нам давать. Что делает украинская власть? Я перепрошую, а чему Россия? Вот она им допомагает, нам не допомагает. Потому що ми так себе... Якби Росія, наприклад, виказала би бажання допомогти. Так це саме головне. Ми взагалі повинні обратитися, розумієте, це людські життя. Ми повинні обратитися в першу чергу до Російської Федерації, Китаю, Кубі, до тим країнам, які реально можуть допомогти. Не на словах, потому что нам в последнее время Европа только на словах. Знаете, как младшему брату там по плечу постучит, ты там сделай, там, а я тебе карамельку дам. Но мы все делаем без карамельки. Вот в чем вопрос. И коммунистический Китай откликнулся, и социалистическая Куба. А страны Запада молчат. Вот вам вся суть западной политики и Запада. Вот они такие есть, это их сущность. Ну, це може бути пов'язано з тим, що у них зараз ну, дійсно ну, багато своїх проблем. І вони, ну, от просто хотілося б зрозуміти, взагалі, ми переходимо до топової теми. На жаль, це тема коронавірусу. І от коронавірус – це, в принципі, можна сказати, такий іспит для систем. Да? І ми бачимо, що, в принципі, чомусь дуже по-різному проходить боротьба з коронавірусом в тому ж самому Китаї, в Італії і Сполучених Штатах Америки. До речі, Сполучені Штати Америки зараз займають перше місце по кількості людей, які захворіли на коронавірус. Ну, бачите, практика показує те, що іменно соціалістичні країни і країни з сильною вертикалью влади, от Білорусь, Російська Федерація, справляються з такими кризисними ситуаціями намного краще, чем там, где разболтанность и там, где, ну, якобы демократия. Они великие, могучие, они смогли справиться с простым гриппом. Вот в чем вопрос. Это болезнь системы. И у меня такое ощущение, что некоторые режимы, европейские, там, американские, еще какие-то якобы демократические, это они с демократией не имеют вообще ничего общего. Они не переживут этого. Вот смотрите, Италия. Что сказал бывший вице-премьер Сальвини? Он же возглавляет партию Лига Севера. А где бушует коронавирус?
именно на севере. Он что сказал? Что Европа – это сборище змей и гиен. И вообще Лига Севера – это самая влиятельная, самая такая вот партия, ну где вся индустрия Италии – это север. Это там и Турин, и Бергамо, и Милан – это все страны, которые сейчас в огне коронавируса. И помощи нету. Что Сальвини сказал? Мы попросили помощи у европейцев. Мы же одна семья. Мы же один Европейский Союз. Европа что сказала? Мы еще 15 дней посмотрим по ситуации. И, ну, помогать, не помогать. Еще в какой степени будет эта помощь. И итальянцы поняли, каждый за себя. Когда все хорошо, мы водим хороводы. Друг другу улыбаемся, там, вам шоколадку, нам карамельку и еще что-то. А суть до дела, реальная беда, реальные дела, никто не помог, никто не пришел на помощь. И смотрите, когда в Европе голосовали, ну так, пока еще внегласно, будем помогать Италии, на какой степени, Испании, кто против? Скандинавы против, финны против, французы еще там думают, там каких-то пару масок дали, но это же не помощь. В Италии 60 миллионов населения, больше 60. И это густонаселенная страна. Вообще, почему там такие проблемы огромные? Потому что итальянцы халатно к этому отнеслись, если честно. Потом, знаете, панику разводить не надо, потому что в Италии это самая старая нация в Европе. Итальянцев средний этот возраст, не средний возраст, а продолжительность жизни. 85 у мужчин, 87 у женщин. Грипп в первую очередь косит. 80+. Вот почему у них столько смертей. И почему в Германии 400 человек, а там 7 тысяч? Я еще раз повторяю. Во-первых, и немцы более дисциплинированы, и итальянцы. Они, их погубило эти поцелуи, ну это их ментальность. Понимаете, вот они там... Мается на увазе, что когда они встречаются, там... Да, да, при встрече. Они обнимаются, у них это... У меня брат живет в Италии. Ну, уже... Это в Италии и во Франции, в принципе, можно сказать. Вони, в Испании тоже, но все южные, они более горячие, такие более открытые. У меня брат живет 20 лет в Италии. Вот он рассказывает, как там проходит. Там ты не выйдешь даже в магазин. Там если... Ты выходишь, во-первых, со справкой. Карабинеры тебя останавливают. Куда идете? В магазин. Вот если магазин за углом, ты идешь туда на угол, покупаешь. Если ты хочешь пойти чуть дальше, например, там больше выбор, там меньше цены, ты уже туда не дойдешь. Вот это карантин. Вчера выхожу в магазин за продуктами, все лавочки. Шайка, лейка, наливайка, веселуха до часу ночи. Если мы не поймем, что происходит на самом деле, у нас будет Италия номер два. И еще в Италии, кстати, 20% итальянцев, 20% итальянцев 65 лет, выше 65. Вот еще почему там у нас Италии не повторится. Знаете почему? Потому что все те, кто сейчас умирает в Италии, у нас умерли 20-15 лет назад. У нас 65 лет, это, если ты дожил, это ты супермен. У нас викосило демократію. Ну, це можна сказати, що це якась, може, навіть зумова, ну, якщо там кажуть, що це штучно, да, до пенсіонерів, і навантаження на пенсійний фонд, воно значно послабне. Кстати, в Китаї була та ж ситуація. Ну, але в Китаї, якщо я не помиляюся, там немає пенсій, не отримують. Ні, ви ошибаєтесь. Все там есть, в Китае пенсии есть, все нормально, это миф. Это миф еще 90-х годов, 80-х. Все там есть, все нормально. И пенсии есть, кто хочет, может разобраться. Добре, ну, ми перевіримо цю інформацію далі, да. А хотілося б перейти ну, до наших деяких проблем. Ну, ми зараз зрозуміли, що достатньо складна ситуація у Європейського Союзу, в Америці безпосередньо. І ми в той же самий час дуже чекаємо на новий транш. Знов нам потрібен транш для того, щоб щось там зробити.
щоб підтримати нашу економіку. Наскільки можна очікувати, що нам цей транш видадуть, враховуючи те, що багато своїх проблем і питань виникає в самій Європі і Сполучених Штатах Америки? І взагалі немає інших інструментів якось врятувати нашу економіку? Невже тільки МВФ може нам допомогти? Транш видадуть. Я вам говорю, транш видадуть, тому що протягнуть закон по землі. Вы это все увидите. Сейчас под шумок коронавируса, вот это пока не разбериха, ты там, бабка, переживай из-за коронавируса, они тихонечко протащат землю. Это, вот вспомните мои слова, готов поспорить. Землю они протащат. Что Зеленский уже говорит в своих выступлениях? Вы ж посмотрите, почитайте. Он говорит, или нас ждет дефолт, или мы возьмем деньги. Но под словами «мы возьмем деньги», украинцы дорогие, вы понимаете, только продажа земли. Денег не дадут ни копейки. Это продажа земли. Вот что будет. Нам не нужно смотреть, как бы где урвать, чего-то укусить, у кого-то оторвать, выклинчить, попросить. Нам нужно самим зарабатывать. Как это сделать? Во-первых, на данный момент, вот как борьба с коронавирусом, вот сейчас нам нужны деньги. Я вам скажу простую вещь. И очень просто это сделать. Это сделать можно в течение нескольких дней. Снимаем все деньги до копейки с Института национальной памяти. Это никчемная агрессивная организация, она нам ни к чему. Снимаем финансирование со всех отморозков, со всех этих салауронилий, смерть москалям и все вот это вот, всех этих идиотов. Два. Снимаем деньги с войны. Это миллиарды, даже миллиарды долларов. Зарплаты военным, жизнеобеспечение армии. Все, с войны мы снимаем. Вот вам, пожалуйста, свободных денег куча. А если еще поковыряться, посмотреть, сколько всяких лишних, никчемных вот этих организаций, проектов каких-то недоразвитых. У нас денег у самих куча. Дальше. Монополия государства просто, не надо ничего там, ладно, национизировать пока, чтобы не пугать инвесторов. Просто монополия на табак и алкоголь. Все, поверьте, это десятки, может быть и несколько десятков миллиардов долларов, гривен сразу. Вот, пожалуйста, у нас денег куча. 100 миллиардов мы сразу. Война, институт памяти, отморозки и монополия государства. 100 миллиардов вам за месяц. Михаил Кононович, министр финансов. Хорошо, добре. Ну, ми спочатку для того, щоб просунути вас до міністра фінансів, треба почекати, чи збудуться ваші прогнози стосовно продажу землі. Якщо так, то тоді треба безпосередньо всім звернути увагу на цю молоду людину. Я готов. Хорошо. Ну, знов стосовно грошей, стосовно складної ситуації. Зараз виходить так, що держава наша, вона каже, деякі проблеми ви маєте вирішувати за свій рахунок. Про що я кажу? Перше, це стосується того, що люди, які зараз прилітають в Україну, вони мають піти на обсервацію, але на обсервацію за свій рахунок в готелі. Тобто, желательно п'ятизвездочно. Да, бажано. Ну, щоб туристичний... Они принадлежали или Зеленскому, или его команде. Да. Ну, це перше, що, в принципі, мене так вразило. І друге, це те, що в Тернополі звільнилося 8 лікарів інфекційного відділення. Бо вони сказали, за 4 тисячі гривень вони не хочуть ризикувати своїм здоров'ям. Уявіть собі, 4 тисячі гривень – це менш, ніж 200 доларів на місяць. Люди отримують люди, від яких залежить наше життя. Оці два питання, будь ласка, лікарі і обсервація. Ваша думка? Давайте так. Як ви це оцінюєте і як би ви вирішили в якості людини, там, прем'єр-міністра або міністра економіки? Давайте почнемо з врачей. Це головніше, ніж п'ятизвездочний готель Зеленського.
Если, короче, так вот, смотрите, государство держится на трех столпах: медицина, образование и армия. Образование у нас условное. Если бы у нас было образование такое, как в Советском Союзе, у нас бы не было Майданов. У нас бы их трехзубы с тремя зубами во рту не кричали бы: «Мы вам покажем, как надо жить». Не было бы вот этого бардака, гражданской войны и отчуждения территорий. Ну, єдине, що я хотів би сказати, в 91-му році з'явилися ці люди, і це вони були виходцями Радянського Союзу, в принципі, і тої системи освіти. От рушійна сила Майданів, Западна Україна, там завжди було образування условне, я говорю за село. Курицю принес – пятерка, огород вскопал учителю, четверка. Вы же сами понимаете, какой сейчас образование. Сейчас, если взять по-настоящему, вот честно, вот признаться, вот миллионы украинцев, признайтесь сами себе, как вы получали диплом. Вот с высшим образованием спросите у любого. Дипломная работа. Название дипломной работы. И все, и привет. 80% высшего образования дипломы куплены за качки, гусы и картоплю. Переходим к медицине. То же самое. Врачей нельзя унижать. Ни учителей, ни врачей, вот эти столпы, на которых стоят, стоит государство, ни армию. И человек, который пришла беда в страну, да сделай доплаты. Сделай там почасовое, там врач получает, например, там 100 гривен в час, медсестра 80, и нельзя там врач 100, а медсестра 20. Нет, такого не должно быть. Врач 100, медсестра 80. Сейчас нужно им доплачивать, нужно вливать деньги, вкидывать. Мы развалили, к сожалению, и образование, и армию, и медицину. И из-за этого мы и страдаем. И вот после того, как мы эти унизили категории, и расползается страна, и будет расползаться страна. И у меня вопрос, те, кто будут сейчас визжать и кричать: «Ай, в самую тяжкую годину покинуло это». Ну, нужно было сказать: ты пошел за 4000 умирать, вот грубо говоря, умирать. И то, что врачи, или даже в той же Российской Федерации, или в Белоруссии, я говорю просто за наших соседей, чтобы там не говорить «Западная Европа», а вот наши соседи, как там отношение к врачам и как у нас. Вот вам простой пример. И не будет порядка, и не будут работать люди, особенно когда такая ситуация, когда ты в небо, между небом и землей. Но никто не думает, что у этой медсестры есть дети, есть внуки. Она же заразить может, и что, за 4 тысячи. Простой даже пример. Она вылечится потом за эти 4 тысячи? Или те, кто думает, что она там такая плохая, что бросила свой пост, думают, что ее лечить будут? В Конча-Заспе? Будет вместе с Зеленским рядом кровати, что ли, лежать? Нет, все за свои деньги. Поэтому люди, люди везде люди. Хочешь результат, помните, вот простой пример напоследок. Хочешь, чтобы лошадка пахала, а овсом не накормишь, лошадка не пойдет. Вот и все. Добре, а що стосується людей, які з відпочинка повернулися? Ну, як вам рішення? Філігранно ж зроблено, так? Ну, отлично, це все нормально. Смотрите, що зараз робиться на Западній Україні. Какие километровые очереди идут, я просто хочу обратиться к жителям Украины, особенно к западным регионам. Я зарубляю себе на Западе, я там приехал, я там, пан хороший, да там пан так относится, а пана жареный петух в одно место клюнул, пан от тебя избавился, как от ненужной вещи сразу, в секунде, в минуте. Почему они там не остаются? Да их выкидывают оттуда. Люди добрые, вы что, не понимаете, то говорят, что они оттуда едут? Да они оттуда едут не от хорошей жизни, потому что их выбросили оттуда. Дальше,
вещают. Вот мне нравится вот это там новый канал, вот эти все разжигатели войны, ICTV, там Притула этот условно адекватный. Все кричат с экранов нам: самоизоляция. Будьте самоизолированы. Давайте так, Киев. Возьмем Киев. Простая семья, там мама, папа, двое деток. Папа не на работе, мама не на работе. Снимают квартиру. За квартиру нужно платить? Нужно. Кушать надо? Надо. Уже две недели, сейчас еще месяц. Это люди без зарплаты. Хозяин приходит, говорит: давай деньги за квартиру. Они говорят о самоизоляции, как, знаете, в каком-то сказочном сне, в каком-то, не знаю, в таком мире супер отличном, что ты можешь и отдыхать, и в интернете сидеть, и книги читать. И месяц, читать. И два, и три. Да полгода, что там месяц, три. И вот они не понимают. Люди выходят, и они там: мы сейчас будем крутить руки, крутить ноги. Вопрос, вы вот никогда не задумывались, что человек, который без денег сидит, и он понимает, что завтра их тоже не будет. У людей нету подушки даже безопасности. Как они не могут понять? Люди от будня до полудня. У людей нет свободных денег. Их не существует. В Украине у людей не существует свободных денег. В большинстве. Это все миф, что там какая-то подушка или это. И у человека выбор. Или ты умрешь с голоду, или ты умрешь от коронавируса. Но с голоду уже, а коронавирус еще вопрос. Вот поэтому люди и ходят на работу и стараются где-то что-то заработать. Зарубежчане, те, которые возвращаются, что государство поняло? На них тратить бабло зачем? Не надо ничего тратить. Они богатенькие с Европы приехали, давайте все за свои деньги, мы вам ничего не будем, еще и заполним гостиницы, бизнес, как они что хотят на самом деле, вот вы поймите, дорогие украинцы, за счет беды, за счет зарубежчан подпитать экономику, поддержать ее, как говорится, перезапустить. Сейчас этот бизнес стоит, стоит бизнес, и квартиры, и гостиницы, кафе, вот они, западные регионы, это всегда депрессивные, аграрные регионы. И вот они сейчас хотят влить новую кровь за счет человеческих слез, мозолей. Вот что они хотят. Это на самом деле трагическая ситуация. И вот смотрите, стоит толпа. Толпа, ну, несколько сот тысяч человек. Там, если хотя бы один больной коронавирусом, вы представляете, что сейчас будет? Вот о чем власть должна позаботиться. Власть что должна сделать? Смотрите, как в Италии. Вот опять же, возвращаясь к Италии, 600 евро платят каждому итальянцу, потому что тот, который сидит дома. И у нас государство должно селить бесплатно, и кормить бесплатно, и лечить бесплатно. Снимайте деньги с войны и делайте дело. Дякую. Дякую за таку промову. Дорогі друзі, ну а ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. І давайте подивимось, що вони нам сьогодні розкажуть. То блогеры Украины. Вчера же мы рассказали о том, как планируют голосовать некоторые политические партии, политические силы, которые до этого момента выступали против рынка земли, против закона по банкам. Вы знаете, что закон по банкам окрестили антиколомойским, ну, исключительно для того, чтобы он выглядел вот таким вот. Но смотрите, это против Коломойского, ты что за Коломойского и так далее, да? В общем, все эти законы можно назвать одним словом, законы МВФ. И мы рассказали о том, как планируют мы, не только мы, да, множество людей, честь и хвала, к слову, тем депутатам от «Слуги народа», которые не боятся сказать: я не участвую в этом долбанном дерибане, я не предаю своих избирателей. И сегодня на утро расклады изменились достаточно круто. Погоджувально рада. Слуга народа. Деякі потрібно все-таки скоротити. Наша партія відмовилась від державного фінансування. Ми закликаємо інші партії парламентські, бо тільки вони отримують це фінансування, також послідувати нашому прикладу. І це досить великі гроші, які можна спрямувати в стабілізаційний фонд.
Какой широкий жест. Слуга народа отказываются от государственного финансирования. Мне интересно, по какому закону они отказываются от государственного финансирования? Потому что мы готовы были отказаться от государственного финансирования. Больше того, мы готовы были сказать, куда именно мы хотим, чтобы пошли эти деньги. А именно на детей-инвалидов, которые плохо обеспечены, никудышне обеспечены в нашем государстве. Это мы еще тогда не видели украинских больниц, а так бы еще сказали на украинские больницы. Но мы не могли этого сделать. По закону, этого не предусмотрено законом. Поэтому то, что сейчас делает слуга народа, это понты. Понты для приезжих. Они не могут по закону отказаться от государственного финансирования, еще и куда-то там его пустить. Они закон подгибают, прогибают под себя, под свой конченый пиар. Вот что они делают. Так само хотелось бы наголосить, что мы стоим на той позиции, что для отримання международных финансовых ресурсов нам потрібно прийняти два важливих економічних закони. Давайте вот правильно, не будем юлить. Мы просто скажем, для получения международных финансовых ресурсов нам нужно принять два закона. И не надо говорить, что без этих законов мы не пойдем в Европу. Без этих законов наше развитие затормозится. Без этих законов да-да-да-да-да. Нам надо для того, чтобы взять кредит у МВФ, для того, чтобы погашать кредиты МВФ, нам надо вот эти вот два закона. Это честно. Молодец. Их немає в цьому порядку денному цієї позачергової сесії. Але ми сподіваємося, що найближчим часом вони будуть в залі, і ми будемо їх голосувати. Це закони про банки, так звані, і про ринок землі. Про банки і про землю. Їх убрали сейчас, ну їх перенесли, потому что, как оно говорят, консультации тривають. Это значит что? Что ставки растут. Сегодня, когда я читаю о том, что Юлия Владимировна, вот она опровергла слухи о том, что она готова. Ребята, можно называть разными фразами. Можно, к примеру, сказать, что ставки выросли, да? Торги продолжаются, можно сказать. Можно сказать, что кто-то понял, что это будет конец политической карьеры, а кто-то не очень хочет заканчивать свою политическую карьеру, несмотря на возраст и не только политический, да? И так далее. Но можно сказать по-разному. Вот представительница «Слуги народа». Законопроекту МВФ, какие погляды и настрои у вашей фракции, точнее, законопроект, что касается банков, в этих масках очень сложно думать. Законопроект МВФ. Говорит, ой, трудно думать в маске. Ну, журналистам канала «Прямой» трудно думать и без маски тоже. Маска никак не влияет на их умственное развитие. Но, в принципе, назвала правильно. Законопроекты МВФ. Это и есть законопроекты МВФ. Потому что законопроект про рынок земли – это прогиб от МВФ. Але все-таки мав би бути сьогодні, однак перенесений якийсь на наступну позачергову пленарну сесію засідання. Що у фракції говорять у вас? Ну, ви знаєте, багато хто підтримує все ж таки позицію президента. Він говорить про те, що ці законопроекти повинні бути проголосовані на цьому тижні. Вот, позиція президента однозначна. Ця позиція була другого президента в фільмі, тому що там він був не настоящий, коли він говорив «Ідіть туди-то, туди-то» представителям МВФ. Зараз його позиція однозначна. Треба проголосувати ці два законопроекти. Земля ж така субстанція, ви розумієте, ми її продадимо, а потім вона знову з'явиться. А, не, не появится. Ну, то такое. Главное, позиция президента одна. Продавать землю и банковский закон. Антиколомойский. А то Путин нападет. Обов'язково, тому що інакше ми не зможемо отримати перший транш кредиту від Міжнародного валютного фонду. В нас немає часу. Ви бачили зміни, які були внесені в державний бюджет, скорочення видатків. І так, сокращення всіх затрат бюджету, урізання всіх програм. И плюс надо взять еще и кредит МВФ для того, чтобы наполнить бюджет, потому что не хватает. Смотрите, в принципе, можно брать кредиты МВФ и так жить, конечно же, столетиями. Но никогда, в жизни никогда, хорошо жить на кредитах МВФ ты не будешь. Никогда. И никто вам не приведет, в пример, ни одного государства, у которого это получилось бы. Потому что будет дефолт, будет дефолт, будет дефолт. Ай, вам страшно ведь? Будет дефолт. Вы представляете, что, украинцы? Вам плохо будет жить, если будет дефолт. Вам сейчас хорошо? Ми будемо на повторному засіданні і ми будемо підтримувати цей законопроект. Ще раз говоримо, у нас може бути різні політичні позиції, але в цій ситуації ми розуміємо, що якщо ці позиція по цим законопроектам не буде підтримана, то це може призвести до дефолту.
Вот, вот это вот те, с кем готовы объединиться. Петя, который ходит и мечтает, чтобы его не трогали. И голос. Вот это вот те, с кем они готовы объединиться. ОПЗЖ также высказались. Я знаю, ну как бы информация у меня есть, что один представитель ОПЗЖ, достаточно влиятельный, был готов на договоренности в обмен на определенные преференции. Я о них говорил в соцсетях. Но в целом они отказались. Все, голосов нет. Тут немає табу. Дуже дякую за те, що прийшов до нас сьогодні в студію. І я сподіваюся, це не в останній раз. Дуже імпульсивно, експресивно і, як кажуть, по ділу. Все було. Потому что честно. Спасибо вам за то, что пригласили, за то, что есть такой телеканал. Очень радует, что действительно у нас на Украине есть свободная пресса. Спасибо вам как журналистам и как телеканалу. Дякую. Дорогі друзі, а на сьогодні це все. З вами була програма ТБУ «Топ-блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі. Всього вам найкращого, не хворійте. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah. Ah.